Всем привет, это гороскоп, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Вы в полной мере воспользуетесь преимуществом, которое в этот день предоставит вам судьба. Телец. В романтических отношениях возможно недопонимание и обиды. Близнецы. В этот день ваша ответственность находится на максимуме. Не подведите никого. Рак. Пришло время покинуть зону комфорта. Этот день прекрасно для этого подходит. Лев. Этот день прекрасно повлияет на ваши отношения с любимым человеком. Дева. Обеспечьте себе тишину и покой в первой половине дня. Весы. Дома сразу по нескольким направлениям на вас навалятся хлопоты. Скорпион. В этот день ваше самочувствие оставляет желать лучшего. Пожалейте себя. Стрелец. Внимание противоположного пола и роскошный досуг ждут вас в этот день. Козерог. Не становитесь судьей самому себе, вы слишком придирчивы. Водолей. Любовные приключения и свежие романтические идеи нагрянут на вас в этот день. Рыбы. В личной жизни вас ждет ревность партнера, которая не лишена оснований. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!